Лесная красавица на месяц раньше календарного нашла прописку прямо в цеху спецналадки. А о выполнении годового задания наглядно и выразительно говорит специальная платформа, на которой представлен только один вид продукции этого цеха – элемент монорельсовой балки. Производственный план 2016 года участок выполнен, да, срочно. С выполнением производственного плана коллектив спецналадки поздравили руководители компании «Сойкузбасс» и предприятия, отметив, что добыча угля – это процесс, в котором от каждого сотрудника зависит, каким в итоге окажется конечный продукт. В этом году компания выходит на уровень добычи 37 миллионов 800 тысяч тонн. 37 миллионов 800 тысяч тонн. Ну, при плане 35 900, то есть плюсом 1 900 тонн. Да? У нас предприятие, шахта Кирова, вышло на рубеж 5,5 миллионов тонн годовой добычи. А шахта Талдинская Западная 1 и шахта Котинская, сейчас Елевского, да, перешли в месячный месячный объем добычи, составил более миллиона тонн. И вот в этих достижениях всех, ну, колоссальная доля вашего труда, вашего профессионализма, успехов. Поэтому, как бы, вперед! В следующем году улучшить свои результаты. Всего самого главного и лучшего. Сегодня в системе сервисных предприятий компании «Сойкузбасс» спецналадка является одним из наиболее универсальных, а ее коллектив работает по 5 основным направлениям, предоставляя предприятиям компании сотни видов услуг различного производственного спектра. Основной, который был с давних времен, это монтажно-демонтажный блок, выпуск продукции. Их много наименований, более 300. Теплосиловое хозяйство – это все котельные Сойкузбасса, которые даем тепло именно в шахты. Дизелевозный транспорт – это по транспортировке грузов и людей, по горным выработкам и доставка материалов для выполнения производственных результатов. И пятый блок – это у нас ревизия наладка. Тоже давно она как у нас идет, только она, скажем, разом расширяется. И на этой базе много уже направлений, не только проверка приборов, а уже контроль, ревизия и наладка всех оборудований и материалов. С каждым годом предприятие наращивает объемы производства. Всем, кто внес особый вклад в выполнение производственного плана, слова признательности и почетные грамоты, благодарственные письма от руководства предприятия. Этот год вообще он показательный для СОЭК, то есть максимальные показатели по добыче, по проходке, по проведению горных выработок. Соответственно, этот груз ответственности ложится и на наши плечи, то есть нам необходимо было увеличить объем производства по выпуску нашей продукции, для того, чтобы обеспечить весь тот объем производственный, заявленный шахтами. Ну, я считаю, что мы с этим справились. Новый год ставит перед коллективом новые задачи – в планах выпуск эмульсии для механизированных комплексов и освоить производство по изготовлению усиленной балки для монорельсовой дороги.